Так, ну вот очередная пара, мы знакомим. Роман и Михаил. Справа Роман Заргаров и Михаил. А слева у нас Бек и Роман Ярославский. Уже что-то начали? Не отсвечивает. Надо... А, вот тут хорошо мне будет стоять. Если вам видно хорошо, то мне отлично видно. Счет? Вы на подачах? 1-2. 1-2. Два-два. Интересно. 3-2. Расслабился. 3-2. Зрители, не травмируйте психику игроков. 3-2. Зона. 3-3. Хорошо, как Бэк свернул, замечательно. Ром не был готов. 4-3. Странная подача у Бэка такая, отскакивающая. Хорошо, почти хорошо. 3-5? 3-6. Васильичка хорошо считает, подсказывает ему. Семь, четыре, восемь, четыре. Сетка, 4-8, 4-9, 9-5. Не прошел? 10-5. Да, до трех побед. До трех побед. Так, как прямо отсвечить, неудачно это освещение. Буду стараться. Первый сет Романа Бэтмудрера. Нижняя подача. 0-1. Как мне прям дискомфортно сегодня. А у нас? Какой счет? 2-2. Сетка 2-2. За стол 2-3. Блин, как я не могу найти этот ракурс. Три-три. Да? Нет, 3-4. Не замечаю ее. Был контакт, не было. 5-4. 5-5. 5-5. Перевалился. 5-6. 7-5. 8-5. 5-10. 6-10. Ну не понятно, потому что в каждой паре стоит слабый игрок. 2-0. Да?
Меняем до трех побед. Меняемся. Так, 1-1. 2-1. 2-2. 2-3. 3-3. 2-4. 3-4. 2-5. 5-2 тогда. 5-2, 5. 3-5. Теперь Роману скучно, но такая у нас попытка сыграть парами. Причем пары новые. Не сыгранные. Так, я уже цифры потерял. Счет? 5-5. 5-5. 6-5. Вот 6-6-6-6 уже было выиграно очко. Подают справа на приеме, бэк на приеме. 6-6. Хорошо, 7-6. Ой, стоит Михаил, спит, мячик вылетел удобный. 7-7. 7-7. Подача на бэк на подачах. 7-7. 8-7. 8-7. Бэк последнего. 8-7. 7-9. Направо. 7-10. О, 10-8. Это матчпоинт же у нас, да? Третья. 10-8. Так. Так. Кто не играл еще? Все, руки жмем. 3-0. Роман Бек.